сожалению, сегодня вынужден констатировать, что сегодня опять была встреча с владельцами земельных участков, владельцев имущественной доли в бывшем агрокооперативе «Айдар Агро». Эта встреча, можно сказать, прошла безрезультатно, поскольку мы ожидали визита и присутствия председателя Народного собрания Дмитрия Георгиевича Константинова вместе с прокурором Гагаузии. Накануне он имел встречу с представителями нашего населенного пункта, в ходе которого он обозначил, что такая встреча сегодня предстоит. И в присутствии прокурора, в присутствии, естественно, предполагалось и Капсамон Георгий Георгиевич, с участием самого Дмитрия Георгиевича, председателя, как Народного собрания Дмитрия Георгиевича, как авторитета власти, чтобы мы совместно попытались отрегулировать проблемы, которые есть в населенном пункте.